Уж простите, что вам так досталось. Мне просто очень нужны были эти камни. Пришлось пойти на шантаж, вы же понимаете. Это днем я репортер, а по ночам ювелир-любитель. Из такой вот неуловимой красоты получаются шедевры. В обмен на услугу поделюсь с вами информацией. Эта ваша монетка выпущена в честь возвышения Оракула. Тот тип их всем на халяву раздавал. Наверное, набрал в Нифльхейме. Кстати, о халяве. Это вам от меня. Захотите купить еще, приходите. Сомневаюсь, что такая вещь могла попасть в руки простому горожанину. Что ж, теперь это наша наличка. Как и обещал, ищу вам билеты на корабль. Я же говорил. Я честный человек. Вы сможете уплыть без проблем, так что дайте знать, как будете готовы. Признаюсь, я не ожидал, что Дина найдет нам корабль. Получается, у него связи аж в имперском флоте. А как иначе он бы это проделал? Да уж, разносторонний парень. Вы готовы к отплытию? Уже? Корабль будет только завтра. Может, поищите ночлег? Я уже отрубаюсь. Элегантно. Ну тебя. Да у тебя половина фоток, селфи. Хэштег «мне и так хорошо». А вот это неплохая. Я знаю, мне тоже нравится. Thank you.
Привет. Где Игнис? Должен скоро вернуться. Ты чего? Это во всех газетах. Что? Что там? Инсомния пала? Что? Это шутка такая? Успокойся, и я все объясню, Нокт. Да я уже спокоен! Было нападение. Королевский город захвачен императорской армией. Пока в зале переговоров шли дебаты, в городе прогремели взрывы. Когда дым над цитаделью рассеялся, короля нашли мертвым. Нет, как же это? Мы не могли этого знать. Что знать что? Что переговоры были вчера. Что Инсомния... Но как же свадьба, как же Альтисия? Таков был план. Но все газеты пишут одно и то же. Не могут же все они ошибаться. Я не верю. Если бы только мы... Что еще мы знаем? Нужно убедиться, увидеть все своими глазами. То есть, вернуться в Инсомнию. А что, если там опасно? А если здесь опасно? Ну что? Едем. Надеюсь, все живы. Надежда тут не поможет. Не теряй веру. А что? Вера может остановить имперские дредноуты? Успокойся. Отец верил со страшной силой. Хватит. Империя обманула нас. Нас предали. Домыслы нам не помогут. Но правду мы выясним. Везде один обман. Вот как это перемирие. Смотрите, вот это махина. Имперские дредноуты. Они перевозят солдат. В частности, магитех-пехоту. Роботов? Если точнее, антропоморфное оружие массового производства. Не похоже на подписание мирного договора. Там, впереди! Установили пункт досмотра. Если проезд закрыт, найдем обход. Сделаем крюк.
Впереди есть хорошие наблюдательные позиции. Вот. Хочешь убрать их? Да. Это мне головок еще пугали, что я всех первым до того. Прекращение огня, то все договоренности отменены в свете последних событий. Также, после известия о смерти короля Редиса, получены новости, что наследный принц Ноктис и оракул леди Лунафрея также объявлены погибшими. Оставь. Как же... Не надо. Это я. Значит, ты жив. Что тут происходит? Где ты? Я не в городе. Вернуться не могу. Логично. Логично? Ты серьезно? Что тут может быть логичного? Отец, Луна, в новостях говорят об их смерти и о моей тоже. Слушай, я отправляюсь в Молот. Что? Насчет твоего отца. Это правда. Если хочешь узнать всю правду,
Да. Так что он сказал? Что он будет в моде. Вряд ли Королевская гвардия еще действует. Я бы на это не рассчитывал. Маршал же здесь. Интересно, как там в городе? Скоро об этом сообщат. Да, такое событие без внимания не останется. А как же мы? Нам-то что делать? Сейчас отправимся в Молот, об остальном подумаем позже. Получил сообщение от сестры. Она с беженцами, которые едут в Листал. Ну, хотя бы у Ирис все в порядке. Ага. Но всем остальным, похоже, повезло меньше. Нам лучше поторопиться. Нокт долго мертвым не будет. Назад дороги нет. Есть только один путь вперед. Это точно. Вперед. Привет. Рада, что вы целы. Погодка не для поездок, это точно. Спасибо. Где Кор? Пошел по каким-то делам. Оставил дедуле сообщение для вас. Кристаллы, Королевское кольцо. Вот зачем они охотились. Мирные переговоры были просто предлогом. Моего отца одурачили. Вовсе нет. Король Регис не вчера родился. Люцис проигрывал войну, и твой старик сделал все, что мог.
Он все это предвидел заранее и сдаваться без драки не захотел. Но в конце концов этого просто оказалось недостаточно. Если что-то нужно, обращайся к Кору. Я даже не помню, когда видел Реги в последний раз. Это было так давно. Кор оставил сообщение. Он будет ждать тебя в усыпальнице. Это к северо-западу отсюда, недалеко от форпоста. В первую очередь поезжай к нему. Они уже перекрыли весь город. Как думаешь, что сейчас там творится? Я не знаю. Так же, как и ты. Ну, когда-нибудь сами увидим. Точно. Это просто вопрос времени. Даже не верится, что кристалл украли. Эти ублюдки отняли все. А мы все вернем. До этого еще далеко. Послушай, Нок. Да. Я очень-очень устал. Может, нам пора отправиться в гостиницу? Не до отдыха. Едем дальше. Ах, когда же это кончится? А вот и форпост, о котором говорил Сид. Больше похоже на охотничью базу. Возможно, им что-то известно. Зараза, все лезвие мне из... Я так рада, что вы живы, ваше высочество. Моника, а где остальные? Большинство гвардейцев погибло. Нам едва удалось вывести леди Ирис из города. Сейчас с ней Дастин. Он будет сопровождать ее до Листалума. Я в долгу перед всеми вами. Маршал ждет вас у королевской усыпальницы.
По всей стране люди собирают букеты из селецветов в память об усопшей. Толпы скорбящих собрались в Альтисии, чтобы проститься с леди Лунафрей. В отсутствие останков... Да, за ним не угонишься. Инсомния, потом молот, теперь усыпальница. Дадим ему прозвище Нюга. Кор бессмертный звучит еще круче. Он сумел выжить в инсомнии, а это не шутки. Ну, говорят, фортуна любит смелых. Угу. Каждый сам кузнец своей удачи. Думаешь, это совпадение? То, что он вышел живым из всех боев. Смотрите по сторонам. Каков план действий? Пойти на пролом. Тогда я пойду. Сколько же еще раз? Хватит болтать, пора действовать. Зачем ему королевская усыпальница? Может, дело в короле Люциусе, который там покоится? Вот съездим и узнаем. Мы на месте. Усыпальница достойная короля.
Зайдем и поговорим с маршалом. Маршал? Наконец-то, принц. Ага. Так зачем я сюда пришел? За силой королей, что веками передается через родство душ. Одна из таких душ перед тобой. Поскольку ты король, ты должен принять эту силу. Король? Король чего? Не время сомневаться в своем предназначении. Король защищает свой народ. Он защитил одного принца. Такое предназначение? Пожертвовать всеми ради своего сына? Нокт, сколько еще ты будешь отсиживаться? Король доверил тебе роль защитника. Роль защитника? Тогда почему он мне ничего не сказал? Почему он стоял, улыбался? Почему? Почему он солгал мне? Он хотел, чтобы ты помнил его не как короля, а как своего отца. Он верил. Придет время, и ты станешь защитником своего народа. Выбора он мне не оставил. Это лишь часть наследия твоих предков. Твой путь только начинается. Рядом есть еще одна усыпальница. Советую отправиться туда. Усыпальницы разбросаны по всему миру. Все они в опасных местах. В этот раз я буду тебя сопровождать. И чтобы помочь, и чтобы оценить твою силу. Так сколько вообще этих королевских сил? Всего известно 13 единиц королевского оружия. И каждая находится в отдельной усыпальнице. Я заручился помощью охотников. Они возьмутся за поиски забытых усыпальниц. Это ближайшая, о которой ты говорил. Дикатрикский котлован. Мы знаем, что гробница находится в самой глубине тоннелей. Пошли! Согласен. Давным-давно мы дали здесь жестокий бой империи. Но все развалилось. И теперь здесь хозяйничают имперцы. Распоряжения будут? Нет, тут мудрить незачем. А, и как же мы тут пробьемся? Решай сам, атаковать в лоб или Бегни! Ждем команды, но... Понял. Получай! Получай!
не остановить. А, что тут скажешь? Я прикрою тебя, но... Все нормально? А, да, сэр. Так точно, сэр. Бронемеханоид. Он опасен? Эта модель представляет малую или среднюю опасность. Давай покороче. Не очень опасен. Марк, какой железяк очень крутой воин, верно? Считаешь, тебе это по силам? Посмотрим, что тут. Будем парни. Спасибо, сэр! Похвала от маршала, воистину похвала. Задирай нос. Не буду. Для беспокойства. Нет, нет! Я же сколько всякого оружия. Использую. Тебе конец. Слишком сильно. Где этому научить?
Ты в порядке, принц? Конечно. А ты, маршал? Порядок. Здесь мы с тобой расстанемся. Возьми этот ключ. Он открывает любую усыпальницу. Найди их и прими в себя силу, которая там скрыта. Тебе она понадобится. А ты что будешь делать? Следить за имперцами. Что они там у себя замышляют. А ты сосредоточься на своей задаче. Вперед! Я ее выполню. Береги себя. Пошли. Ага. Точно. Thank you.
это странно! Что это? Значит, Нокт собирает силу королей? В общем, да. Такими темпами он скоро превзойдет своего отца. Монарх с миру по нитке. Хамиш. Ну и на что это похоже? На тузы в рукаве. Нам можешь фокусы не показывать. Да? Наконец-то. Я уж думал, что потерял еще одного короля. Я просто собирал оружие. Рад слышать. Есть задание для тебя. У дороги, ведущей на запад, к Даске, Империя начала строить базу. Эту базу нужно уничтожить. Если ничего не предпринять, нас отрежут от западных районов и от всех усыпальниц, которые там находятся. Полагаю, ты уже знаешь Монику. Она расскажет тебе все подробности. Поговори с ней. Что делаем? Надо кое с кем поговорить и кое-что разгромить. Едем в форпост к Монике. Вспомните, мы же действительно видели какой-то большой объект. Да, такую зловещую махину сложно не заметить. Уничтожить такую крепость будет непросто. А у нас правда получится? Маршал в нас верит. Иначе он бы к нам не обратился. Но всему свое время. Точно. Возвращаемся на форпост. Что Кор настолько крут. Я рад, что она нашей стороне. Мы на месте. Когда рядом есть люди, это успокаивает. Нокт, ну что, ты готов сразиться? В королевского рыцаря? Готов. В таком случае я с тобой. Кор,
Потрясающе. Корт такой крутой. Поймал момент. Ха-ха, ну так. Алло? О, я уж думал, никогда не дозвонюсь. Рад слышать твой голос, принц. Узнал? Это Дино. Да, ювелир. Верно. И приотличный. Знаете, я волновался за вас, парни. Может, загляните в Галдин, пообщаемся? Мы подумаем. Ваше Высочество, маршал рассказал мне о своем плане. Мы нашли способ незаметно проникнуть на имперскую базу. Я отмечу вам маршрут. Этот путь достаточно безопасен. Проблем возникнуть не должно.